Напиши, напиши, их разыскивает полиция. Анатолий. Хохол, Анатолий Хохол, Елена Гременкова, привет. Что он неравнодушен, как и к Лене. Лена? Там и Оля моя. Да, Лена. Смотри, Анатолий Кривец смотрит. Ты проиграешь сегодня мне, если попадешь. Так что конкуренция. Ребята, начинаем. Сегодня компания мощная собрала. Начинаем тянуть. Кто туза будет? Давай мне отдай. Давай, я так. Сегодня я выиграл. Смотри, я покажу. Вот он. Вот он. Я не смотрю, смотрю. Я тоже не смотрю. Вот, смотри, вот. Я положил. Это у меня было. Ты что, охренел, что ли, бля, пугаешь? Я уже, бля, шарик. Я помню, какой был туз. Короче. Ты по остаточному? Я с королем играю. Можно я вынесу? Можно я достану? Давай. Татьяна должна была быть сегодня, но что-то сорвалось. Чего? Достаньте! Аек, тебя чуть-чуть достаньте, пронесло. Достаньте! Смотри! Достаньте! Что выбрали? Достаньте! А вот он! Вот он, вот он, вот он! А как он? Надо определиться. Подожди, как у него попал? Я на бочке. Как у него туз попал? Мы переигрываем. Он же не тянул. Я на бочке. Он же не тянул. Откуда я попал? Я тянул. Не тянул, тянул. Да, конечно, после него вытянул. Я могу посмотреть. У кого дама? Здесь бочки нет, остальные должны вытянуть. Да, да, синий, конечно. У кого? Гагик там, кто еще осталось? Ну давай, еще 4 тоже. Родик. А чего молчишь? Ну это за Гагика я. О, Гагик, иди. Рудик. Все, мы с Рудиком сражаемся. Напоминаю про самый главный приз в этом году от Racset Bar, который будет разыгран в декабре в середине. Это 2 золотых зарика. Вот раз. И вот 2. Цифры все правильные. Ну что, ребята, чтобы участвовать в розыгрыше этих зариков, нужно 7 раз участвовать в наших воскресных рядовых турнирах. Один турнир уже прошел, в то воскресенье. Списки сохраняются.